Айо, на связи МРТ. Обнову только что слили сами разрабы. Ну как слили? Парочку скринов. Я честно еще не смотрел их, потому что я только проснулся. Сейчас 5 часов утра по моему времени. Алёк, я очень-очень рано. Короче, я их еще не смотрел. Первый скрин сразу же вижу. Но для начала... Я вот выкладывал в свой телеграм-канал, на который ссылочка в описании, то, что... вот, переписка с Мариком. Привет, можешь примерно сказать месяц, когда обнова выйдет? 28 июля пишет, 29 она отвечает, август, прив. 23-го, братишечка, когда обнова? Ну, как бы, гайз. Это реклама, если что. Я не играю в такое... Ни в коем случае. Август уже заканчивается. Скоро 1 сентября, к сожалению. Так, ладно, смотрим. Честно, честно, я не знаю, сколько там скриншотов, но я вижу как минимум один. Я надеюсь, там не только один. Ну, просто мне подписчик кидал. Вот буквально 10 минут назад он мне кинул. Я пока запись налаживал. Он мне кинул как минимум 2-3 скриншота. Я их не смотрел, я их сразу же закрыл, чтобы не спойлерить себя. Так, ну я сразу же вижу первое. Это что? Стоп! Новая менюшка? Стой. Новая... О, так это ж хорошо выглядит. Короче, как я понял, будет в обнов... А, так обнова масштабная очень будет. Самая масштабная обнова, скорее всего, будет. Потому что... Потому что, во-первых... Ой, немножко подвигал. Потому что, во-первых, менюшку поменяли. Поменяют. Давайте посмотрим, что тут. Gun Game, Team Deathmatch. Ого, так оно вообще красивые менюшки. Free for All, Sniper Arena. Это закладка бомбы, наверное. А это что? А, напарник. Стой, так я вообще не заметил. А вот это вот что? А вот это вот? Что за менюшки вот эти вот? Вторая и третья за менюшка, что это? Третья это, скорее всего, знаете, как поиск. Вот это вот, пользовательские игры. А вот вторая это что? А вдруг это рынок? Я не знаю, просто честно. Я понял, это тренировка. Это тренировка. Да, это полигон вот так вот будет высвечиваться и... Можно будет зайти на какую-то тренировочку. Мне залагал блокпост. Понял. В стендов зашел случайно. Так, во-первых, давайте кейсик в честь того, что видосов не было 100 дней уже. 3,5 месяца. Еще кейсик можно крутануть. И возвращать. На время посмотрите. 5 часов ночи, я надеюсь. Я никого не разбудил. Неловко получилось. Так, ладно. Ну нахуй кейсы. А то я еще всю улицу разбужу. О, второй скриншотик. А вот это вот уже интересненько. Потому что, во-первых... А, тогда! Да-да-да, все. Это третья вкладка. То, что я и говорил, поиск серверов. Ну, тут оно выглядит, ну, поприкольнее. Потому что так минималистично. Напомню, как оно сейчас у нас выглядит. Какое-то говно полное. Не сильно изменилось, но вот это вот выглядит поприятнее из-за цветовой такой гаммы синенькой. Полигон, тут показывается карта, сколько игроков. Ну, короче, поприкольнее сделали. А вот это вот что нам покажет? Я вижу! Что? Кейс. Я не хочу содержимое, я хочу сначала кейс посмотреть. Так. Опля. Все, я проскроллил. Что за кейс? Gold кейс. Что там будет? Ну, я думаю, какой-то типа обычный кейс. А, возможно, там будет побольше золотых пушек. Типа 4 золотых пушки. Или 4 золотых ножа. Или 4 пары золотых перчатки. Я не знаю. Ну, короче, что-то с золотом связано. Вообще кейс выглядит прикольно так-то. Он такой розовенький. Золотой, блин, вообще красивый. Так, ладно, первый предмет. Мне интересно, что пистолет какой-то самый первый, как обычно они поставят. Что это выглядит? Ё-моё. Стой. Это полностью перчаточный кейс. Полностью, сколько же он будет стоить? Голды 500 или 1000.
Я не смотрел. 1000 голды примерно он будет стоить. Так, первые перчатки сразу же оцениваем. Очень прикольная, потому что, вот смотрите, какие у нас сейчас есть перчаточки доступны в игре. А в игре у нас одна пара перчаток, которые даются за 450 голды в каком-то паке. Ну и что? И вот это вот перчатки, по вашему мнению? Вот это перчатки. Кстати, а почему... Я знаю. Смотрите, у этих перчаток, которые за 450 голды в паке, у них, смотрите, какое качество. Золотое. Ой, точнее, зеленое. А зеленое, смотрите, если мы будем крафтить что-то золотое, будет зеленое. Возможно, будет, будут они развивать, разрабы как-то зеленую сетку скинов. Зеленое качество. Типа, не знаю, честно. Так, ладно. Первый скелектон. Почему-то скелектон. Не знаю почему. Так, ну выглядят они хорошо, потому что вот пальцы вот. Тут смотрите, тут не только перчатки меняются, а еще и пальцы. Вот это реально круто. Стой, погоди. Мне одному кажется, или вот это немножечко так украдено вот это вот. Ну, совсем-таки чуть-чуть. Нет такого? Ладно. Перчатки, ну, такие себе. Вот первые реально имбовые. Третий. Это шедевр, потому что, смотрите, если у вас есть, если вы богатый, у вас есть такой вот скелетон, он и так с этими перчатками выглядит хорошо, но прикиньте с этими. У них узор и цветовая гамма одинаковая. Шедевр. Вот это вот реально хороший перчатки. А немножечко отойдем от перчаток. Вот это, если что, КС. Вот это блокпост мобайл. КС, блокпост мобайл. Вам не кажется, что ну немножечко так похоже, как будто бы? Вот КС, вот КС. Вот. Блокпост мобайл. Ладно. Понятно. Вот эти вот перчатки сейчас запомните. И теперь на вот эти вот, обратите внимание, Snake Bite, называются даже так же. Вот это вот змеиный укус. Змеиные укусы называются перчатки Snake Bite. Ах, шалеть! Вот это шедевр! Шедевр! Шедевр, который тоже, к сожалению, украденный у КС-ки. Но вот тут вот реально очень красиво выглядит. Посмотрите, и в КС они хороши, и тут хороши. Вот это вот, пожалуй, пока что лучшее. Фу, говно. Не, ну пока что, слушайте, пока что очень хорошие перчатки я увидел. Раз, скелетонские, очень хорошие. И это все синенькие. А тут есть золото? Тут есть золотые перчатки или кра... А, тут, наверное, все синие какие-то. Ну ладно, пока что лучше вот эти. Потом аметистовые. Еще, ну вот эти вот неплохие. Вот это полное говно, ну просто ужас. Я не знаю, кому они выпадут. Наверное, надо сбрасываться с крыши сразу же. Ютуб осуждаю, не баня, это шутка. Вот эти вот лучшие. Пока что реально одни из лучших. X-Red такое себе. Ну тут чисто X сделали. Ну это как вот эти вот обмотки рук Water Elemental, только похуже. Вот это, кстати, так прикольно выглядит. Розовый цвет я обожаю просто. Ладно, дальше. Вторая линия. Тоже синька. А. О, так тут неплохая синька. Ой, какая хорошая. Градиент. Это сейчас лучшее. Вот это реально хорошее. Так, ладно. Очень красиво выглядит. Вот градиент именно. Перчатки. Фиолет. На пальцы посмотрите, просто посмотрите на пальцы. Пальцы тоже будут окрашены. Dragonfire. Драконий огонь. Ну, градиент пока что, пожалуй, лучше. Так, следующий тоже фиолетовый. Ну окей, потому что они подойдут под бабочку Ацид. Смотрите, ну они созданы друг для друга. Типа, если у вас есть бабочка Ацид, о, так перчатки даже называются Ацид, то вам
понравятся эти перчатки, я думаю. Но пока что лучше, пожалуй, градиент, скелетон и вот эти, вот эти. Ой, блин, вот эти вот реально шедевральные. Я их очень хочу. Так, дальше смотрим. Что там дальше? Это очень... Это лучше. Вот это теперь лучше. Кобра. Это сейчас лучшие перчатки, по моему мнению. Потому что они как в китайской мифологии какой-то. Знаете, вот эти вот драконы красные. Так еще и тут пальцы белые. Все, что кристально, снежно белое, как... Ладно, будет странно сравнить, как попка молодец. Ай... Забейте. Вот эти вот пока что лучшие перчатки, особенно из-за пальцев тут белых. Как снег владеет. Короче, тут еще драконий морд. Вот это лучше. Непонятно, почему они называются кобра. Хотя тут китайский дракон. Ну, очень красивый. Блин. Сколько тут перчаток? Штук 20. Офигеть. Ножей меньше, чем перчаток в игре. На самом деле, я очень рад, что наконец-таки хоть что-то спалили. Про обнову. Которую все ждали уже полгода не было обновы, никакой информации, только рынок там чуть-чуть спалили. Я надеюсь, он тоже выйдет. Так, следующий. Гирлянда. О, я вижу там красный тигровый, я увидел. Это, стой, или мне показалось? Ладно, там красные перчатки вроде тигровые, либо какие-то медвежьи. Ну это типа гирлянда, это прокачанная версия вот этого вот Purple Cube. Не знаю, ну такие себе. Ну, хотя тут пальцы... А, нет, так это вообще имба, тут пальцы разноцветные. Не, по факту надо больше времени... Ой, больше внимания на пальцы смотреть, потому что вот когда вы держите что-то... Плохой будет пример, но какой-то в интерес возьму. Вот, вы пальцы видите. Если они будут такие разноцветные, это будет прикольно. Пока что эти перчатки вот наравне с коброй, чисто из-за пальцев. Там красные. Мне страшно смотреть на красные. Великолепно. Вот это лучше. Тигровые, Tiger Force, то есть тигриная мощь, сила. Вот тут вот, ай, я не могу. Не, сорян, просто они шедевральны. Еще два пальца черных, два пальца белых и большой палец именно белый. Потому что большой палец больше всего видно, когда вот ты берешь какое-то оружие. Вот, видите? И он белый, ай, и все проработано. Ну а тут вот я реально хочу разрабам похлопать тем, кто делали этот скин, потому что он вот эти вот перчатки получились реально шедевральные. Да, еще одну красную. Два красных? А золотое будет или? Наверное, нет. Наверное, 2-3 красных будут. Ну пока что вот это очень хороший, блин. Мне прям очень нравится. Циклоп, ё-моё, баный ты. Ё-моё, точнее, я хотел сказать. Посмотрите, вот тут вот лицо циклопа какого-то, то есть ну, типа полукролик, полуциклоп, а вот это вот красное, это его рот огромный, как я понял, либо язык, очень крутая идея, но блин, цвет мятный, я обожаю мятный цвет, очень красиво выглядит, если честно, мне очень нравится вот это вот, сложно даже выбрать, какие лучше, тигровые или циклопи. Золотые. Тут есть золотые. Что на золоте? Какие будут золотые перчатки? Нет, я не верю. То, что есть золотые перчатки. Неужели? А их можно будет крафтить? Потому что если мне выпадет, например, какие-то 100 снейкбайт этого говна, я хочу их скрафтить на 10 каких-то других, любых фиолетовых, и потом тигровые. Блин, тигровые лучшие пока что. Не циклоп. Погнали. Я этого ждал. Полгода. Хочется немного плакать, потому что... Ну вот, перчатки из КС. Вот, Блин, вернусь немного. Вот хорошие, красивые перчатки КС. Они взяли и скопировали.
лучше бы не добавляли, честно. Лучше бы тигровые поставили на золото. Ну что это за говно? Не, хотя в игре они могут очень красивые. Но, блин, мне больше обидно то, что есть некоторые такие, ну вот на синих они вроде все из CS украли, кроме какого-то Checkmate, X-Red и вроде как Аметиста. А, нет, Аметист есть в CS такой, ну, похожие. Они все. Я понял, guys, логику. Короче, все синие, абсолютно все синие перчатки украденные из CS, абсолютно все. Фиолетовые — это уже разрабы, фиолетовые и красные уже разрабы сами делали. Фиолетовые, ну, хорошие. Большинство лучше, чем синие, особенно кобра, вот кобра имба. А красные — это лучшее, что разрабы сделали вообще. Ай, не могу оторваться от тигровых, это шедеврально. И золотые, ну это просто тоже из CS, но эти перчатки, если я не ошибаюсь, они одни из самых дорогих вообще в Counter-Strike, в CS-ке. И поэтому они поставили на золото, но блин, было бы круче все-таки, если бы они свою разработку, свои перчатки, которые они сами сделали, поставили бы на золото. Ну а так, ну, тигровые. Я влюбился, гайс. Я влюбился. Короче, это был Мерти. Реально, подпишитесь на мой телеграм-канал по ссылочке в описании. И вот сейчас серьезно. Мне очень интересно, как вам этот слив. Потому что, ну, я с вами не общался уже 4 месяца примерно. 100 дней не выходили видео. Честно, интересно, без байта на комменты. Напишите просто в комментариях, как вы живете, как поживаете. У меня все нормально, вот, да. Как у вас? Мне вот интересно. Может, стримчик хотите, чтобы я запустил? Может, хотите, чтобы я кейсики пооткрывал? Просто интересно, реально. Что думаете? О, блядь, абакан золотой. Ладно, немножко азортик. Сори. 5 часов утра, надо не бушевать. Блин, у меня каждый раз, когда я открываю кейсы в блокпост мобайле, азарт. Стойте. О, хорошо. А прикиньте, как же будет жестко открывать по 10. Сейчас. По 10. Почти красно. По 10 вот таких вот кейсов. Тут же по факту один кейс, одна перчатка. Ой. Один кейс, одна пара перчаток. И вот даже если 10 этих выпадут, 10 синих, уже хорошо, потому что я их могу скрафтить. Надеюсь, что я смогу их скрафтить на фиолетовый. Короче, все, это был Мерти. Пожалуйста, напишите в комментариях, как у вас там дела. Мне реально интересно, запускать ли мне стрим, чего вы ждете от обновы. Я очень надеюсь, то, что будет что-то революционное. Рынок. Вот реально, если рынка не будет, то по факту, ну, менюшка, ну, прикольно, но единственное, что крутое пока что слили, это вот это вот. Вот это вот реально хорошее. Кейс. Короче, напишите еще в комментах. Ну, что, да, короче, пишите в комментах. Как у вас там дела, что, как вам обнова? Это был Мерти. Пока. Блин, какие они охуенные. Я сейчас...